Скандал на съемках фильма «Кавказская пленница». Режиссер Леонид Гайдай выгнал популярного актера Евгения Моргунова со съемок. Дело было в Алуште, где проходили съемки фильма. Конфликт произошел глубокой ночью, во время просмотра рабочего материала. В кинозал, где сидели режиссер и оператор, неожиданно ввалился Моргунов. Он был в заметном подпитии. Да еще пришел не один, а с какими-то девицами. Леонид Гайдай приказал убрать посторонних. Но Моргунов, вместо того, чтобы уйти, начал критиковать отснятый материал. Он заявил Гайдаю: «Ты что-то совсем мышей не ловишь». Гайдай не вытерпел, сказал, встал, так, остановил, потом говорит: «Пошел отсюда. Еще больше я тебя вообще не видел». После таких оскорблений Моргунова буквально вытолкнули из просмотра вместе с его дамочками. Разозлившийся Гайдай потребовал рассчитать актера и отправить в Москву первым же самолетом. Скандал оказался последней каплей. В итоге оставшиеся сцены «Кавказской пленницы» снимались без Моргунова.